700 юношей Акмолинской области пополнили ряды вооруженных сил Казахстана. Торжественные проводы призывников прошли в Кокшетау в воинской части 55-10. 61-х новобранцев познакомились с жизнью своих сверстников и военной дисциплиной. 700 юношей из районов и городов Акмолинской области с осени этого года будут учиться родину защищать. В дни осеннего призыва торжественные проводы в армию прошли в воинской части 55-10 в городе Кокшетау. Дать напутствие новобранцам пришли ветераны войны, труда и тыла, а также почетные граждане города. Свои 18 лет я встречал уже на фронте под Сталинградом. Что мне хотелось сказать? Вы пополняете ряды армии Республики Казахстан, будьте достойны тех солдат, которые именно служили 1941 года по 1945 год. Не подводите, оправдайте наши, как говорится, надежды и держите честь и достоинство казахстанского солдата. Мы говорим о том, чтобы они всегда помнили подвиги наших земляков, наших соотечественников. Это Малик Габдуллин. Это дважды герой Советского Союза Талгат Бигельдинов. Это первый министр обороны, генерал армии. Это халык кахарманы номер один Сагадат Кагахметович Нурмагомбетов. Это уроженец Акмолинской области, Акульского района. Новобранцы увидели, как сложно служить и как много надо сделать, чтобы стать настоящим защитником. Больше всего их воодушевили бойцы полицейского подразделения «Орлан». Мастера международного класса, призеры и чемпионы мира показали им навыки рукопашного боя, захват преступника, а солдаты части поделились умением за секунды собирать автомат. Сегодняшний день для нас знаменательный день. Мы отправляемся служить, защищать свою родину. Это долг каждого гражданина Республики Казахстан. Я хочу продолжить свою службу контрактником, потом пойти в офицерскую школу и быть офицером Республики Казахстан. На призывные пункты областного департамента обороны в этом году пришли более 2000 юношей. Пригодными для прохождения службы признали более 70% призывников. Остальные получили отсрочку по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. К слову, осенний призыв продлится до конца декабря. Сауле Кусейнова, Анатолий Поляны, Азат Аитов, Кокшетау.